Сегодня мы пришли к этому. В ячейке компьютера размером 1 дюйм мы размещаем все эти галактики, да и не одну, а всю нашу Вселенную. Поэтому наше мышление должно трансформироваться совершенно иным, чем ранее, способом. Мы должны понимать теперь не материальные объекты Маша, Таня, Вася, а рассматривать их как организмы, созданные из, возможно, различных структур. Маша, например, материальный организм, Вася, например, виртуальный, а все остальное – это тени их, которые мы должны подложить, чтобы они выглядели в трехмерном пространстве как выпуклые объекты. И получается так, что раньше Маша с Васей друг другу являлись друзьями, а сегодня один для другого является аватаром. И это наше новое сегодняшнее понимание реальности. К нему мы должны выйти не так, как сегодня говорят, через какую-то цифру, да не в цифре совершенно дело, а дело в том, что нас теперь окружают новые организмы, игрушки, компьютер, еще что-то. Я не беру весь этот криминал, который сегодня творится различными медицинскими учреждениями. Я беру живую и нормальную с вами жизнь, которая включает и вас, и меня, и много чего еще. И вот этой жизнью как-то нужно манипулировать, руководить, оперировать, чтобы самому в ней не потеряться, и чтобы от нее получить определенные положительные эмоции, действия, достоинства, достатки, как, например, сейчас, например, какие-то удаленные виды работ. Это тоже большой плюс от той самой цифровой реальности, которая на нас накатила. Может быть, был бы свободнее и спокойнее и без нее. Некоторым кажется действительно так. Но что поделаешь, эволюция и человек – вот такое существо, которое все время создает чего-то новое. Возможно, это и есть операция, которая была изначально вшита в человека, как в существо, чтобы он материализовывал свои мысли, а это именно так воспринимается, и создавал новую и новую реальность. Глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, образования. Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. И это сделали. Сделали наши инженеры, рабочие, ученые. Знаю все детали этой масштабной работы. Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России. Так вот, эта новая реальность, еще раз подытожу, она, на мой взгляд, происходит, устанавливается, точнее, на той самой украинской территории. Это, как всегда, воспринимается старыми отрядами, как битва на горе Армагеддон. А гора Армагеддон буквально расшифровывается, если кто не знает, точнее, переводится. Вот как «Ар» – это «гора», потому что вначале стояла буква «Х», ну, придыхание такое. «Магед» – «магическая», «Дон» – «высочайшая». То есть это высочайшая магическая гора мира, на которой происходит битва. А битва эта происходит не как вы понимаете, не как понимают христиане, что, мол, прибежали друг на друга с мечами. Я уже вам говорил, что есть главный миф, в основе которого лежит первоначальная битва. И эта битва была устроена той самой уточкой из главного мифа, или царевной лебедь, кому как приятнее слушать, которая прилетела на молочную реку, стала ее сбивать, отсюда слово «битва», и в результате этого сбивания из молока этой реки, реки смыслов, возник творожный остров, наша с вами новая современная суша и реальность. И очередная битва, на которую прилетит та же самая уточка и собьет нашу новую для нас реальность из старых смыслов. То, что мы сегодня и имеем,
то, о чем я вам прежде и сказал. У нас есть смыслы, у нас есть компьютерные различные системы, мы понимаем добро и зло и остальные все вещи, которые положено понимать человеку, и вот прилетает некая уточка, идея, и она сбивает теперь из нас новых, развитых, новое наше пространство, которое и далее и будет развиваться уже в новом своем протоколе. И этот протокол сейчас устанавливается на той самой Украине. Почему? Объясню вам. Ну, как версию, почему Украина выбрана. Во-первых, кому это интересно, можете посмотреть городскую легенду о Киеве. И мало кто знает, как переводится слово «Киев». Некоторые думают, что это от палки, мол, вот Кий, которая была там где-то, ей пробили какую-то дырку, и вот в этом Киеве дыра, вокруг которой там что-то рыбы. Ну, то есть вы это все можете найти в интернете. Но есть городская легенда, что в это место прилетела царевна-лебедь, лыбедь они ее называют через улыбку. Вот, она прилетела на это место со своими тремя братьями и основала этот самый город Киев. И город Киев, Кий, он переводится буквально с татарских языков, которых там много, с тюркских языков, буквально как птица. Именно вот эта птица-лебедь. Это центр самой Киева. Там есть гора, которая посвящена царевне-лебедь. Есть место, где стояла ее хижина, домик ее на границе реальности нынешней и той старой виртуальной реальности. И все эти рассказы про ту самую первоначальную царицу Лыбедь остались там до сих пор. В Москве то же самое, здесь происходила та же самая ситуация, та же самая царевна-лебедь формировала и нашу Москву. Москва переводится буквально как та самая гора Армагеддон, только на другом языке. Москва – это на русском, а Армагеддон – это на индоевропейском, так скажем, очень сильно отуречном, тюркоизированном, вот таким образом. Поэтому, когда сегодня выбрана Украина, то она выбрана по этим самым соображениям и о том, что Киев у нас является центром таких подвижек мировых. Я писал еще в своей книге «12 ликов Гиги», которую многие из вас уже читали. Так вот, Киев – одна из главных точек, которая предназначена для смены мировой концепции, что сейчас и идет. Нужно организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются.